Боец красного пояса Данилов Антон Кировскоуваз, боец синего пояса Мельников Виталий Воронеж. Боец красного пояса Дубровин Александр, Курская республика, боец синего пояса Кусалов Кусалов Воронеж. Удар защиты. Подкладывай, подкладывай. Стоп, самому надо работать, самому не отпускай. Отпускай, отпускай. Мама, чё? Эй, вот на руками бей, конечно. Бей справа это, чё, мишу стал бы. Удар защиты. Броски с колен не отсутствуются. Дмитрий, Воронеж, Алексей, Кировская область.
Удар защиты. На ногу можно было. 5 секунд. Не удивись. Действие без оценки. Там иди! Вот и бросайся. На колено уходит, сколько можно уже? Реагируй никак. Нет, он стоит, он на колено умрет, но поединка называется. Замечание бойцовский пояс за уход от поединка. Антоха, давай работа! Давай сейчас баллы набирать будет все. Давай, 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 хватай его, он будет на 5 секунд. Работай! Бросай! Все, держи, держи! На болячку! Давай, давай, давай! А что, почему остановил ты? Оцените следующие технические действия. Бабочка в красный пояс. Ну, работай! Давай, давай, давай! Сразу иди! Сразу иди, Антоха! Время! Два балла, бойцы, синий пояс. Бал красный, два балла синий. Бери, еще! Судьи, подойдите к судейскому. Бал, давай же болячку бери! Бабочка с красным пояса. Давай, забей, забей! Агилия!